Всем привет, с вами Адель, и сегодня я хочу посвятить этот видеоурок тому, как возвратить отчество ВКонтакте или же ник ВКонтакте. Это очень просто и под силу каждому. Нажимаем «Редактировать» и обязательно лазим через Google Chrome, иначе у вас ничего не выйдет. Выделяем область фамилии, нажимаем правой кнопкой и «Просмотр кода элемента». Далее видим, появилась выделенная синяя полоса. Мы нажимаем по ней правой кнопкой и «Copy as HTML». После того еще раз мы нажмем правой кнопкой и «Edit as HTML». И делаем новую строчку. Вставляем с помощью клавиш Ctrl-V. Вместо «Last» ставим «Middle». «Middle». «Гайнулин». Ну, это... Мы ставим любой ник, который мы хотим, чтобы появлялся в середине между именем и фамилией. Ну, я вот так напишу. Это баг. И нажму вот сюда. Elements. Все. И видим вот тут вот. Snow interleted. Ставим галочку, закрываем. Нажимаем сохранить. Новые данные будут отражены на вашей странице. Прекрасно. Нажимаем «Моя страница». Видим, что появилось. После этого мы жмем «Редактировать». И видим, у нас появилось отчество. Теперь мы можем просто сами изменять без лазания кода. То есть мы можем, например, любое писать. Сохраняем. «Моя страница». Видим, мы можем... Любой ник вписать. Это не имеет никакого значения. А если мы хотим убрать, то мы выделяем область отчества, нажимаем «Просмотр кода элемента». И вот тут вот видим вот этот код. Нажимаем «Edit HTML» и Ctrl-A и стираем. Нажимаем «Resource». Все. Убираем галочку «Snow interleted» и закрываем. Нажимаем «Сохранить». Сохранены. Все. У нас только фамилия и имя. Ну, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.